В этом году у нас в поле зрения нашего проекта попала закупка очень интересная такая. Это поставка врачебных амбулаторий, быстровозводимых модульных и ФАПов. По условиям контракта поставка должна была быть осуществлена в течение 90 дней. Была разбита закупка на два лота, укрупненная, то есть было включено в одну закупку порядка 20 ФАПов, в другую закупку порядка 8 амбулаторий и один ФАП. Как мы и предполагали, и предупреждали, предостерегали заказчика в лице Министерства здравоохранения Оренбургской области, что такой объем одна коммерческая организация не сможет осилить, тем более поставку. Необходимо отметить, что в предыдущие года производили закупки именно на строительных работ, выполнение строительных подрядов по строительству новых ФАПов, новых врачебных амбулаторий. И за 3 года нам удалось добиться, что подрядчики практически раньше срока, наверное, сдавали объекты. И в основном затягивание ввода в эксплуатацию таких объектов было из-за того, что оформлялась лицензия и так далее. Хочу отметить, что при строительстве все бремя по благоустройству территории, подключению к инженерным коммуникациям возлагалось непосредственно на подрядчика, и на это выделялись как раз денежные средства бюджетные из федерального бюджета и регионального бюджета. В этом году, то есть поставщик должен был только поставить, еще раз повторюсь, быстровозводимые модульные конструкции, а вот уже благоустройство и подключение к коммуникациям возлагается непосредственно на муниципальное образование, в которых эти врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты будут поставлены. На сегодняшний день можно сказать, что ни один контракт не был выполнен в срок, то есть была существенная просрочка, более чем предусмотрен срок выполнения контрактом, это более 90 дней, то есть где-то еще завершаются работы. То есть в связи с этим, так как поставка вовремя не была осуществлена, соответственно, муниципалитеты не смогли произвести работы по подключению инженерных коммуникаций и благоустройства в благоприятный временной период. И сегодня практически можно ответственно заявить, что в Оренбургской области под угрозой срыва национальный проект здравоохранения именно по исполнению данных контрактов.